Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy S10 Lite найти скачанные файлы. Чтобы найти наши скачанные файлы, переходим в первую очередь в настройки, затем в раздел обслуживание устройства, память, дополнительно и затем файлы. И здесь в папке Download мы можем найти все наши скачанные нами файлы. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!